Мама, можно я пойду погуляю? Конечно, сходи. На улице замечательная погода. Здорово! Подожди меня, Грета, я только чай допью. Нет, Стивен, я иду гулять с подружкой. Так что сегодня я тебя с собой не возьму. Мам, а можно мне одному погулять? Нет, Стивен, ты еще маленький, поэтому одного я тебя никуда не отпущу. Я уже не маленький, я большой. Грета, будешь возвращаться домой? Зайди в магазин и купи хлеб. О, мам, а можно мне хотя бы в магазин сходить? Он же рядом. Нет, Стивен, ты еще не дорос для похода в магазин. Не дорос. Я всем докажу, что уже достаточно взрослый. Сегодня отличный день, чтобы стать по-настоящему взрослым. Обычно папа по утрам бреется. Я прям как папа. Взрослый-превзрослый. Ай, ну вот, поцарапался. Лучше я не буду бриться. Оказывается, это очень опасно. Пойду лучше, прям как папа, почитаю газету. Это куда безопаснее. Стивен, ты что это? Газету читаешь? Конечно, ведь я уже взрослый. А очки-то зачем папины надел? Сними, а то зрение испортишь. Иди, там твой любимый мультик про котят начался. Мама, я уже большой, а мультики для малышей. А, ну-ну. И что только интересного в этой газете? Картинок нет, только одни буквы. Пойду-ка я все-таки в магазин схожу. Хоть мама меня и не отпустила, я все же докажу, что могу сам уже делать покупки. Тем более у меня в копилке и денежка была. Здравствуйте! Мне хлеб, молоко, конфеты самые вкусные и большую шоколадку. Пожалуйста, с тебя 500 рублей. Вот, возьмите, пожалуйста. Так, стоять! Не беспокойтесь, сдачи не надо. Сдачи? Да у тебя не хватает еще больше, чем 400 рублей. Не надо меня обманывать, я уже взрослый и знаю, что я вам большую денежку дал. Мама мне рассказывала. До свидания. Стой, тебе говорят. Стивен, я тебя везде обыскалась. Где ты был? В магазине. Вот, купил продукты домой. В каком еще магазине? Кто тебе разрешил? И на что ты все это купил? Я из копилочки свою денежку взял. А дяденька-продавец почему-то стал на меня кричать. Хотел меня обмануть. Думал, я еще маленький. Я молодец? Так, мистер Сам-Сусам, мы сейчас же идем в магазин и разберемся, что к чему. Еще раз извините нас. Больше такого не повторится. Да ничего, бывает. Ну что, малыш, хочешь еще быть взрослым? Пожалуй, я побуду еще маленьким. Быть взрослым так сложно. Ни картинок в газетах, деньги нужно правильно расходовать. Да и, честно говоря, соскучился по мультикам. Так что, ребята, не спешите взрослеть. Хе-хе-хе.